Тихий подвиг во имя других. В областной столице идут дни доноров, в которых, как правило, наиболее активное участие принимают студенты местных университетов и колледжев. Наша съемочная группа побывала на Тверской станции переливания крови и выяснила, как стать донорами и как они могут помочь в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Студент первого курса Тверского государственного технического университета Леон Таршиков кровь сдает уже во второй раз. Впервые в студенческих днях донор юноша поучаствовал осенью прошлого года. С тех пор взял за правило при первой же возможности посещать Тверскую областную станцию переливания крови. Моя кровь может спасти кому-то жизнь. И для самого организма это полезно, обновлять кровь. Поэтому хочется помогать людям, поэтому я сюда пришел. Вместе с Леоном Таршиковым в традиционных студенческих днях донора приняли участие уже более 100 человек. Если в обычные дни Тверская станция переливания крови принимает до 40 доноров, то в дни акции число сдающих ценный ресурс увеличивается до 70 человек. Каждый донор сдает 450 мл трансфузионного материала. Одна так называемая донация может помочь 3 взрослым пациентам или 6 детям, рассказывает главный врач Тверской областной станции переливания крови Евгений Беляев. Если рассчитывать на то, что 9 числа прошло около 70 человек, значит, это значит, мы 210 человекам, которые оказались в необходимой ситуации потребления компонентов крови, окажем помощь. Как рассказывают на Тверской станции переливания крови, сегодня донорская кровь используется для помощи самым разным пациентам. Это и пострадавшие в ДТП, и люди с сильными ожогами, и онкобольные. Кроме того, на Тверской станции переливания крови активно ведется забор компонентов, в частности плазмы, у тех, кто переболел и не является носителем коронавирусной инфекции. Переливание этих компонентов людям, которые болеют COVID-19, один из эффективных методов борьбы с инфекцией, говорят специалисты. Был такой случай, женщина беременная с ковидом, с поражением легких, получала до 24 доз в сутки криоконцентрата плазмы. И мы, в принципе, эту ситуацию решили у себя на производстве, необходимые компоненты передали в областную больницу. В итоге, благодаря своевременной помощи медиков, пациентку удалось спасти. На сегодняшний день на Тверской станции переливания крови заготовлено около 7 литров антиковидной плазмы. Для сбора этого материала ведется особо тщательный отбор доноров. Ими могут быть мужчины, которые перенесли вирусную пневмонию и полностью завершили лечение. Донорами они могут стать спустя 14 дней после отрицательного анализа на COVID-19 и спустя 30 дней после окончания лечения антибиотиками. У нас есть реактивы для того, чтобы определить количество, концентрацию иммуноглобулина G в крови, который обеспечивает защиту. И именно вот от этих доноров мы забираем плазму и, в общем-то, производим ее патоген-редукцию на определенной аппаратуре, которая уничтожает все патогенные микроорганизмы. Достоверно известно 99,9%. Впрочем, если сдача донорской плазмы для лечения COVID-19 – трудоемкий и сложный процесс, в котором могут участвовать далеко не все доноры, то обычная сдача крови, которая также может спасти кому-то жизнь, это более простая, в какой-то степени даже рядовая процедура. Стать донорами могут жители Верхневолжья в возрасте от 18 до 60 лет. Кровь сдают на станции переливания крови по адресу улица Тамары Ильиной, 20. Часы приема доноров с 8:30 до 11:45. При себе необходимо иметь паспорт с указанием временной или постоянной регистрации в Твери или Тверской области.